В этом видео мы разберем самый простой и быстрый способ настройки сессии в LinkedIn сфере. Этот способ используется для универсальной настройки сессии, а потому подходит для каждого пользователя и каждого сайта. Также именно такую настройку сессии рекомендует поддержка сферы. После входа в программу нажимаем на меню, это три полоски справа сверху. Далее New Session Setup. Здесь мы можем выставить все необходимые параметры настройки сессии. Прежде всего, нам необходимо указать название сессии, к примеру, Facebook аккаунт 1. Далее, по желанию, можно указать какие-либо данные в настройке сессии, к примеру, логин и пароль от аккаунта Facebook, а также поменять цвет этой сессии. Далее мы генерируем конфиг. Это самая важная часть сетапа, ведь если пропустить этот шаг, настройка будет неверной. Нажимаем на Config Manager, далее выбираем браузер, который мы хотим эмулировать по кнопке Choose Browser Type и устройство, с которого сессия будет эмулироваться. Я выбрал Chrome и Windows, но вы можете выбрать любую другую конфигурацию, в том числе и мобильные устройства. После этого нажимаем Generate. Важно! Не меняйте юзер-агент, если у вас нету в этом необходимости, и не выставляйте стандартные параметры в WebGL, ведь это может помешать корректной работе конфига. Теперь мы выставляем тип прокси. Если же вам не нужно использовать прокси, или вы хотите использовать Tor подключением, то просто оставьте этот параметр в режиме No Proxy, или выставьте в режим Tor соответственно. Если же вы хотите использовать прокси, то выставьте нужный тип прокси. В моем случае это SOX5. Далее выставляете IP, порт, логин и пароль от прокси. Также важно нажать на Check Proxy Geo, ведь эта кнопка не только проверяет работоспособность прокси, но и автоматически выставляет параметры сессии под страну и время указанного прокси, а также выставляет автоматически нужный DNS под страну прокси. Остальные параметры оставляем такими, как есть. Теперь нажимаем на Save, и у нас запустится сессия. На этом этапе я бы рекомендовал проверить сессию и прокси на сайте Checkr.ly, например, вот leaks.com или f.vision, ссылки на них будут в описании. Если прокси присутствуют в большом количестве блок-листов, то их желательно поменять на более качественные. Если только в некоторых базах или же отсутствуют вовсе, то ваша сессия готова к работе. На этом моменте этап настройки сессии заканчивается, ваша сфера готова для работы. В описании будет промокод на скидку в 10% на продукты компании Tenebris и ссылка для регистрации с этим промокодом. В этом видео мы разобрали универсальную настройку сессии, а в следующих мы разберем другие параметры в настройке сессии, а также рассмотрим другие инструменты для облегчения работы с сайтами. Поэтому спасибо за просмотр. Если у вас остались вопросы, можете задавать их в комментариях. Подписывайтесь и развивайтесь.